Сегодня в Чувашии начинает работу межрегиональный форум студенческих и школьных поисковых отрядов, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского рубежа. Он пройдет в Ядринском районе возле села Ильина гора. Место выбрано не случайно. Там частично сохранились фортификационные сооружения 1941 года. В по-настоящему историческое место съедутся более 200 поисковых отрядов из 6 регионов нашей страны – Татарстана, Мариэл, Мордовии, Пензенской, Архангельской и Саратовской областей. Ребята будут жить в полевых условиях, в лагере. Форум рассчитан на 5 дней. Организаторы отмечают, программа мероприятий будет интересна не только юным поисковикам, но и жителям Чувашии. Особый интерес, я думаю, для жителей Чувашии представит событие 2 июля. Здесь мы проведем историческую реконструкцию боя 139-й стрелковой дивизии, которую формировал в 1941 году в Чувашской республике. Сюда приглашены реконструкторы, которые будут изображать в амуниции, военной технике и оружии того времени 1941 года, 1942 годов, непосредственно Красная армия и противостоящие немецкие войска.